Так, мы видим, что отбойники украшаются, появляются все новые требования, все новые транспаранты. Эта сторона, по которой выезд из Беларуси, она практически пустая, только вечером вчера было хорошее движение, и то половина это были те, кого разворачивали. Недавно проехал автобус Минск-Транс, Вильнюс-Минск, как всегда пустой, в ту сторону он идет пустой, обычно там 1-2 человека. Так, вот у нас уже новый баннер на английском языке. Украшаем. Кстати, поступила хорошая идея. Осталось только найти материальные сродки на нее. Распечатать всех 1000 политвязнев и заклеить все отбойники до Вильнюса. Всеми портретами людей.